Всем привет! Вы на канале Иришу, меня зовут Ирина. Если вы еще не умеете писать сочинение ЕГЭ, то это видео специально для вас. Я запускаю курс, благодаря которому вы всего за неделю научитесь писать сочинение формата ЕГЭ по русскому языку. Сейчас подробно об этом расскажу. Действительно, курс будет длиться всего неделю. В течение этого времени мы встретимся с вами на четырех вебинарах. Вы узнаете все о сочинении ЕГЭ по русскому языку, а именно общую структуру. Что такое проблема, как ее найти в исходном тексте, как ее сформулировать, что такое комментарий из каких элементов состоит комментарий? Что такое позиция автора? Чем отличается позиция автора от позиции рассказчика и как отличить вообще автора от рассказчика? Что такое свое мнение, обоснование? Как обосновать свое мнение? Как написать вывод? Как делить сочинение на абзацы? Как не допускать ошибки? Вы узнаете, по каким критериям оценивается сочинение? Я вам дам клише, которыми можно пользоваться при написании сочинения, вы напишите одно целое сочинение, которое я проверю, мы с вами вместе разберем, и вы в процессе выполнения домашних заданий, да, после каждого вебинара я буду задавать вам домашние задания, так что готовьтесь к этому, в процессе выполнения домашних заданий вы напишите еще много кусочков, отрывков в разных других сочинений, то есть наша работа будет строиться и на теории, и на практике, вы не только узнаете то, как писать сочинение ЕГЭ, но и сами потренируетесь его писать. Вся информация останется у вас в рабочей тетради, которая каждому из вас будет доступна, которую вы сможете распечатать и использовать как настольную книгу, затем пользоваться ей при написании сочинений ЕГЭ в дальнейшем своем обучении. Также на полгода после окончания курса у вас останется доступ к записи вебинаров. Так что вы сможете через какое-то время пересмотреть вебинары и освежить свои знания. На курсе будет только самая нужная, самая важная информация. Мы с вами не будем растекаться мыслью по древу. Моя задача, чтобы вы за неделю действительно поняли, как писать сочинение ЕГЭ и научились это делать. Если вы хотите принять участие в курсе, то переходите по ссылке, которая прикреплена в описании к видео. Там указана вся информация о курсе, которую я сейчас назвала, даты курса и стоимость. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях и будьте с и решу ведь я все решу желаю вам отличных сочинений удачи пока пока